Бүгін сіздердің қарауларыңызға 2013 жылға арналған әлеметтік экономикалық нақтыланған болжамы, 2013-2015 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасын енгізіліп отыр. Болжам 2012 жылғы жалпы ішкі өнім өсімі бойынша есептік деректері және Қазақстанның экономика салаларын дамытудың ағымдағы жылғы 1-90-дағы деректерін ескере отырып түзетілді. Нақтылау кезінде халықаралық ұйымдар күтіп отырған әлемдік экономика мен дамуының шикізат тауарларына бағаларын даму үрдістеріне ескерілді. Болжам бойынша жалпы ішкі өнімнің номиналды көлемі 34 триллион 291 миллиард теңгені құрайды. Бұл бұрын жоспарланған 2 триллион 331 миллиард теңгеге төмен. 2013 жылы нақты жалпы ішкі өнімнің өсуі базалық сценарий бойынша бекітілген деңгейде, яғни 6% көлемінде сақталуда. 2013 жылы жалпы ішкі өнім көлемі бойынша болжамның төмендеуіне өткен жылдың іс жүзінде қалыптасқан неғұрлым төмен базасы, металлургия және химия өнеркәсібі өндірісінің төмендеу және металдардың әлемдік бағасын төмендеу ықпал етті. Сауда теңгерімінің сальдосы экспорттық 3 триллион 700 миллиард долларға өсумен және импорттықты 5 миллиард 100 миллион долларға төмендеу есебінен 8,9 миллиард ақш долларына ұлғаяды. Болжам бойынша инфляция дәлізі бекітілген деңгейде сақталып, 6-8%-дан аспайтын болады. Мұнайға бағаның болжамы 2013 жылы бір баррель үшін 100 ақш долларын құрайды. Бұл ретте бағаның ұлғаюы оптимизді білдіру емес, саттардың нақты жағдайын көрсетеді. Бюджеттің мұнай бағасына тәуелділігі жанама болғандықтан бұл бюджеттің кіріс бөлігіне әсер етпейді. Теперь бы хотел бы остановиться по параметрам уточняемого бюджета. Основанием для уточнения бюджета является: первое, обеспечение сбалансированности доходной и расходной части бюджета с учетом изменения прогноза макроэкономических показателей на 2013 год, уточнение расчетов, исходя из фактических поступлений по итогам первого квартала 2013 года и прогноза поступлений до конца текущего финансового года. Реализация поручения главы государства по разграничению полномочий между уровнями государственного управления с целью функционального усиления местных исполнительных органов и реализации крупных инфраструктурных проектов за счет рационального и продуманного использования накоплений национального фонда. Теперь позвольте перейти к самим параметрам бюджета. Планы доходов республиканского бюджета на 2013 год без учета поступлений и трансфертов уточнены в сторону уменьшения на 226 миллиардов 100 миллионов тенге и определены в сумме 3 триллиона 588 миллиарда 200 миллионов тенге. Уменьшение поступлений прогнозируется по следующим позициям. Первое. По налоговым поступлениям на 231 миллиард 100 миллионов тенге. Основное снижение ожидается по корпоративному подоходному налогу 300 миллиардов тенге в связи со снижением темпа роста ВДС нефтяного сектора в результате снижения мировых цен на металлы и твердые полезные ископаемые. Вместе с тем будут и дополнительные поступления по корпоративному подоходному налогу в сумме 23,8 миллиарда тенге, в том числе за счет улучшения администрирования налога 11,8 и поступления по результатам сдачи налоговой декларации за 2012 год от ТО «Компания по управлению долей ВСРП» 12 миллиардов тенге, которые ранее не были учтены в плане. Снижение налога на добавленную стоимость в целом составит 59,6 миллиарда тенге, в том числе с уменьшением на 120,1 миллиарда тенге за счет снижения объема импорта и темпов роста ВВП и с увеличением на 60,5 миллиарда тенге за счет уменьшения сумм возврата НДС на 30 миллиардов и улучшения налогового администрирования на 30 миллиардов тенге. По налогам на международную торговлю и внешние операции прогнозируется увеличение на 124,5 миллиарда тенге за счет изменения ставки таможенных пошлин на сырую нефть с 40 долларов США до тонну до 60 долларов до тонну в соответствии с принятым постановлением правительства Республики Казахстан. Второе. По неналоговым поступлениям планы уточнены с увеличением на 16,9 миллиарда тенге, что составляет 75,7 миллиарда тенге всего. Увеличение отражены поступления страховых выплат на спутник КАЗ-САТ-1 в сумме 5,1 миллиарда тенге, которые будут направлены на завершение создания спутника КАЗ-САТ-3 для его запуска в феврале 2014 года. Третье. По поступлениям от продажи основного капитала план уменьшен на 1,8 миллиарда тенге.
Уменьшение ожидается по поступлениям от реализации зерна и государственных ресурсов в связи с сокращением объема закупа зерна в 2012 году и, соответственно, уменьшением объема реализации в 2013 году. Размер гарантированного трансфера из Национального фонда сохраняется на утвержденном уровне 1 триллион 380 миллиардов тенге. Также предусматривается целевой трансфер из Национального фонда на развитие транспортной инфраструктуры страны, который составит 25,5 миллиардов тенге. В целом, расходы республиканского бюджета на 2013 год предусматриваются в сумме 6 триллионов 99 миллиардов тенге со снижением на сравнении с утвержденным бюджетом на 121,3 миллиарда тенге. В целях обеспечения сбалансированности республиканского бюджета и частичного возмещения потерь по доходам законопроектом предусматриваются меры по сокращению расходов бюджета на 159,6 миллиарда тенге, в том числе в результате оптимизации в общей сумме 297,7 миллиарда тенге, включая условно финансируемые расходы 200 миллиардов тенге и направление дополнительных средств в сумме 138,1 миллиарда тенге в приоритетные сектора и программы. Обеспечивая контрцикличность бюджетной политики, которая исключает одновременное одностороннее сокращение расходов без принятия дополнительных мер, планируется часть сокращаемых расходов в сумме 138,1 миллиарда тенге направить на следующие приоритетные сектора экономики. Первое. На реализацию дорожной карты занятости 30 миллиардов тенге, в том числе на содействие развитию предпринимательства населения 6,4 миллиарда тенге, повышению мобильности трудовых ресурсов 3,6 миллиарда тенге, развитие сельских населенных пунктов 20 миллиардов тенге. В рамках дополнительно выделяемых средств также будет реализовано поручение главы государства об отказе от высокозатратных проектов строительства в пользу проведения капитальных ремонтов объектов социальной сферы. Второе. Дополнительные средства будут направлены на реализацию программы «Доступное жилье» в сумме 20,4 миллиарда тенге, в том числе на строительство арендного жилья через увеличение уставного капитала казахстанской ипотечной компании 15 миллиардов тенге, на строительство инфраструктуры городов-спутников города Алматы 5,4 миллиарда тенге. Третье. В связи с утверждением программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020» и в реализации послания главы государства народу Казахстана увеличены расходы Министерства сельского хозяйства на сумму 22,2 миллиарда тенге. Программа нацелена на повышение эффективности господдержки сельхозтоваропроизводителей, финансовое оздоровление, повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов АПК. Четвертое. С целью выполнения основных задач дорожной карты бизнеса 2020 предусматриваются дополнительные средства в сумме 14 миллиардов тенге для оказания государственной поддержки предпринимателям по фактически заключенным договорам и одобренным региональными координационными советами проектам. Пятое. В рамках подготовки и проведения особо значимых международных мероприятий, таких как Экспо-2017 и Универсиада, дополнительные средства будут выделены бюджетом городов Астаны и Алматы в общей сумме 50,4 миллиарда тенге. Астана 30,4 миллиарда и Алматы 20 миллиардов тенге. В соответствии со статьей 111 бюджетного кодекса, в проекте уточненного республиканского бюджета учтены произведенные в начале текущего года проектировки в связи с совершенствованием системы госуправления в республике, изменением функций, созданием новых центральных государственных органов, а также разрешением на доиспользование остатков прошлого года в сумме 11,1 миллионов тенге. Кроме того, с целью повышения качества исполнения бюджета текущего года в условиях сокращения расходов, администраторам бюджетной программы было дано право перераспределить средства в рамках поставленных для государственных органов приоритетов. В целях частичной компенсации ожидаемых потерь дефицит бюджета предусматривается в сумме 870 миллиардов 600 миллионов тенге или 2,5% ВВП с увеличением на 85,4 миллиарда тенге. В том числе за счет привлечения остатков бюджетных средств 2012 года в сумме 20 миллиардов тенге. Уважаемые коллеги, такие основные параметры уточненного прогноза макроэкономических показателей проекта уточнения республиканского бюджета на 2013 год. Учитывая, что от своевременного принятия уточненного бюджета на 2013 год зависит решение ряда приоритетных задач, поставленных главой государства, прошу вас, Сергей Геннадьевич, дать поручение государственным органам сегодня до 15:00 привести в соответствие все свои стратегические планы на 2011-2015 годы, заключение к бюджетным заявкам представить Министерству экономики и бюджетного планирования для дальнейшего их представления в парламент страны. Министерство экономики и бюджетного планирования совместно с канцелярией премьер-министра доработать и в установленном законодательном порядке внести проект закона о внесении изменений и дополнений закона о республиканском бюджете на 2013-2015 годы в Мажилис парламента Республики Казахстан. Благодарю за внимание.